Общенациональные учения по гражданской обороне прошли в Южной Корее. По всей стране заработали сирены воздушной тревоги. В течение 20 минут местные жители отрабатывали действия в случае внезапной атаки. В Сеуле водители останавливали свои машины и вместе с пешеходами прятались в подземных укрытиях столичного метро. Все происходящее в прямом эфире транслировало телевидение. Подобные учения проходят в Республике Корея ежегодно с 1975 года. Тем не менее, многие жители признаются, что до сих пор не знают, как и где лучше прятаться. Добавлю, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась, а новые ракетные испытания Пхеньяна и совместные учения Сеула и Вашингтона только усиливают конфликт. Я знал, что будут учения по гражданской обороне, но никто к этому не готовился. Я, впрочем, как и многие другие, в них даже не участвовал. Честно говоря, я даже не знал, что надо прятаться в метро. Об этих учениях необходимо говорить чаще, чтобы люди уделяли им должное внимание.